Всем привет! Сегодня снимаю свои последние покупочки декабря. Была сразу в нескольких магазинах, а также на морском привозе, поэтому сейчас я вам все подробно расскажу. Я приобрела от фирмы Сабон вот такие вот свечечки. Первая со вкусом Sweet Vanilla. Кстати говоря, я их приобрела, их сразу две. И третью свечечку в названии Пачули Лаванда Ваниль. Они были по скидке. Давайте сейчас одну посмотрим. Откроем и посмотрим, как она выглядит. Вот так вот она выглядит. Девочки, шикарнючий запах. Я еще не жгла их. Хотела вам показать, как говорится, в естественном виде. Очень приятные, очень клевые. Аромат, я думаю, будет держаться на всю квартиру. А также от фирмы Сабон прикупила себе вот такую вот, я даже не знаю, как это назвать, мочалочку, массажер. The Essence of Pleasure. Вот такая вот штучка. Я видела таких очень много от фирмы Веледа, но, к сожалению, от фирмы Веледа у нас в стране не продаются. Я приобрела от фирмы Сабон. Также я еще не пользовалась, так как хотела показать вам, как оно выглядит в первоначальном виде. Если вдруг при использовании воды, допустим, она развалится, так я хоть вам покажу, как оно выглядело. И, соответственно, после того, как я ее попользуюсь, я обязательно вам расскажу, разваливается она или, как говорится, держится на месте при использовании воды. Давайте, наверное, пойдем от больших продуктов к мелким. Приобрела я себе вот такой вот аромат. Девочки, это тестер от фирмы Caroline, израильская фирма Caroline. Притью, как вы видите, здесь практически полный флакон. Была я на морском базаре, и там вот они их распродавали. А также приобрела вот такой вот флакончик, практически, можно так сказать, полный, да, чуть больше половины. Это аромат Britney Spears. Кстати говоря, я потом уже узнала, что это Britney Spears. Мау Фэнтези. Очень приятный, кстати говоря. Сегодня я его разнашиваю, пробую. Неплохой аромат. Следующий я приобрела вот такой вот ароматик от Halloween. Да, фирма Halloween. Ароматик. Вот так вот он написан. Я, девочки, очень не переживала, что это будут подделки, но это не подделки. Вот здесь есть все, как говорится, нужные знаки. Единственное, что здесь не хватает крышки. Бутылочка полненькая. Вот, в принципе, этот ароматик мне нравится, так что я довольна. И последний аромат, который я там приобрела, это Dolce, Dolce & Gabbana. Как вы видите, практически полный. Единственное, что здесь нет крышки. Крышка здесь, кстати говоря, идет очень красивая. Я посмотрела по интернету. Крышка здесь идет очень красивая. Аромат я такой пробовала. Он у меня уже был в пробничках. Хороший такой, нежный. Кстати говоря, все вот эти ароматы, они более на теплую погоду, кроме Halloween. Britney Spears, вот Pretty You, они все на более легкую погоду. На другом морском базаре я приобрела тоже с рук Modern Muse Eau de Parfum от Estee Lauder. 30 мл, как видите, все запаяно. Новенький совершенно, со всеми знаками, все как положено. Точно оригинал. Это, как говорится, 100% оригинал. И еще один ароматик от Candy Prada, вот с таким вот названием. Я знаю, что их куча разных. Тут даже вот оригинальная цена. Понятное дело, что я за эту цену не покупала. И вот так вот выглядит сам флакончик. Prada Candy. Его я тоже носила. Он такой сладкий, девочки, но не приторный. Тут также все опознавательные знаки, это все оригинал, это все родное. То, что в этих тестерах не хватает крышечек, девочки, я совсем не расстроена, потому что я сейчас это все разолью по дозаторам для себя, для своих подруг, для своей мамы. И мы это все используем в два счета, поэтому я за это совершенно не переживаю. Ну, давайте перейдем к уходовой косметике. Эту вещичку от Dermalogica я приобрела у... сказать, у своей косметички. Попробовать такой продукт. Это, девочки, идет вот такой вот тюбик Pre-Cleanse Balm 90 миллилитров, кстати говоря. Он запаянный, я ее еще не пробовала, только вот недавно приобрела, поэтому я хотела вам показать. И идет вот такая вот перчаточка. Кстати говоря, вот эти все, которые модные, да, Forever или как они там называются, с батарейкой. Это просто обычная такая резиновая перчаточка, очень удобная.
Также написано тут D, Dermalogic. Можно одевать вот так на руку. Здесь более нежное, здесь более такое грубое, скажем так. И можно вот так вот потом ставить ее и сушить. Поэтому, как только я попробую это все дело, я вам обязательно расскажу все в своих отзывах. А также у нее я приобрела вот такую вот вещичку, которая подсушивает воспаление. Drying Treatment. Вот так оно выглядит. Здесь 30 мл. Но здесь реально нужна капля. Здесь надо его хорошенько вот так вот взболтать. Открываем. И здесь вот такая вот лопаточка. И вы вот этим вот веществом мажете точечно ваше воспаление. И оно подсушивает. Девочки, оно немножечко подпекает. Эту штучку я уже испробовала. Она мне дала попробовать крем для лица. Лера мне подарила. Забыла принести вам, показать тюбик. Выглядит точно так же. Но это крем для лица. А также она мне подарила вот такой вот пробничек, получается, праймера с SPF 30. И он немножко дает такой тинт, оттенок. Но этот оттенок очень хорошо подстраивается под ваш цвет кожи. Дальше она подарила вот такой вот крем под глаза, укрепляющий. Вот это интересно, надо будет обязательно попробовать. И вот такой вот серум. Кстати, серум она мне вчера мазала на лицо. Очень такой приятненький, пахнет такой, знаете, свежестью. Весна весной. Обязательно также это все потестю, как говорится, в более спокойной обстановке. И вам об этом всем расскажу. В нашем любимом Суперфарм появилась с девочкой новая фирма. Называется Balloons. Пришла я, купила такие тканевые масочки. Кстати, цена здесь, как бы это была цена, но я купила по скидке. Купила две одинаковые масочки. Черная малина. Для всех типов кожи. Увлажняет и дает такое как бы свечение. И еще масочку с гранатом и с грейпфрутом. Тоже видите, что они пишут. Леникуй, велахут, аор. Для очищения и увлажнения кожи. А тут для укрепления кожи. Короче говоря, девочки, попробуем. Расскажу вам все. Я обычно всегда вам рассказываю. Тут написали Blackberry, а наверху написали черная малина. Blackberry, гранат и грейпфрут. Короче говоря, будем тестить вместе, смотреть, как выглядит лекало, как оно увлажняет, как оно работает, сколько там еще жидкости остается. Все мы с вами это протестим. Ну и, девочки, как всегда, переходим мы к десерту. На Морском базаре не устоялась, чтобы купить помадки от Rimmel. Девочки, все эти помадки я открывала. В принципе, эту можно штучку выбросить, так как мне надо было проверить, что они реально внутри целенькие и хорошенькие. Взяла я две помады в номере 200 It's a Keeper. Я уже покупала помадки в этом цвете. И сейчас я вам протестирую с моей, которая моя. Для торпсвочек, вот мой уже ребенок уже сюда, как говорится, влез. Девочки, очень мягкие, кремовые, обалденные. Я вам говорю, я потестила ее, и я влюбилась в эту помаду. Просто, ну, это для тех, кто, как говорится, любит вот такого плана кремовые помадки. Очень хорошо носятся, как по мне, очень хорошо держатся. А также я приобрела аж целых три помадки в номере 700. Это будет одна мне. И еще, девочки, две уходят на подарок. Ну, давайте вот эта менее красивая. Мы сейчас ее и потестим. Ее я оставлю себе. Вот видите, как бы тут было все запаяно. Но в любом случае я проверяла, потому что у меня уже было такие разы, что я покупала чисто новую помадку, открываю дома, а она побитая. Это было очень досадно. Вот эта помадка будет моей. 700 Naughty Nude. Кстати говоря, я хотела еще другие цвета, девочки, но не было. Это я уже полоснула, не обращайте внимания. И вот так вот она выглядит. Они, в принципе, немного похожи. Но вот эта номер 200, она более в розовинку, а вот эта более такая в бордовинку, что ли. Но, конечно, это надо пробовать все на губах. Я на губах еще не тестила. Так хотела показать вам, как оно выглядит в оригинале. А также, девочки, я приобрела еще три помадки из матовой линейки в номере 700. Trendsetter. Вот так вот интересное такое название. Давайте я вам только одну покажу. Свочить я ее не буду, так как я в основном
матовой помады не ношу, очень редко. Вот. Но я хочу вам показать, как она выглядит. Все эти три помадки идут на подарок. Вот такой вот у нее цвет. Красивый вот такой вот нюд. Такая вот красотка. Тут немножко она покоряжена, но это все, девочки, новое. Выбирала самые красивые, самые замечательные помадки. Давайте ее оставим открытой, чтобы вы могли полюбоваться и посмотреть, какая красота. И также, девочки, как всегда, я приобрела аж целых три помадки от Caroline. Также на подарочки, я очень их люблю. Первая помадка в номере 404. Вот в черном тюбике. Тестить я их не буду, только вам покажу цвета. Вот такой вот цвет. Смотрите, какая красота. Я даже не могу сказать, нет, не видно, что в ней был какой-либо шиммер. По-моему, она чисто вот такая вот коричневатая. Вторая помадка в номере 908. Вот это уже точно шиммер. Видите, вот оригинальные цены с магазина стоят. Тут немножко некрасиво. Видите, они содрали эту бумажку, антикрашку. Но в любом случае, помадка новая. Бумажку всегда можно потом содрать. Аккуратненько. Смотрите, какая прелесть. Тоже коричнево-нюдовой, но в этой помадке... Нет, по-моему, эта помада тоже идет без какого-либо шиммера. Видно, что она новая, неиспользованная, чисто такая вот, знаете, как заводская. Ставим открытыми. И помадка в номере 401 в упаковочках. Упаковки отличаются, так как это разные линейки. Вот это вот, девочки, уже с шиммером. Уже видно шиммер здесь. Вот даже если их рядышком поставить, видно, какое у них отличие. И, девочки, последняя помадка в этом улове. Также от фирмы Caroline, номере N43 Vanity Nude. Кстати говоря, у меня уже была такая помадка, и она ушла кому-то на подарок. Вот такой вот красивый тоже. А-ля коричневато. Такой серый цвет, знаком от Caroline. Вот я их всех рядышком поставлю, и вы увидите, что они все-таки друг от друга отличаются. Вроде бы похожи, но тем не менее отличаются. Для любителей нюд, для любителей вот таких вот помадок. Самое то. Вот такой вот небольшой улов у меня был в последних днях декабря. Чему я очень рада, девочки. Старалась покупать только нужное. Ароматы, вы скажете, зачем столько ароматов? Опять же повторю, что мы будем делиться. Это не все мне. Я люблю делиться от левантики, от кусантики. И вот еще раз хочу показать сводчики помадок. Они кремовые, переливаются. Очень, очень они мне нравятся. И на этом, девочки, все. Я с вами прощаюсь. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Любите ли вы помады Rimmel и Caroline? Знаю, что Caroline это наша израильская фирма, но вдруг кто пробовал, хотелось бы услышать ваш отзыв. И напишите мне, пользователи фирмы Balloons, она у нас в новинках, там не только маски, там есть и крема, и тоники, и все, что вам касается ухода. Ну, а я вас жду в следующем моем ролике. Всем до новых встреч и отличного Нового года! Сегодняшние небольшие покупки. Я сглупила, не засняла вам предыдущие покупки с Мертвого моря. От фирмы C&B Care and Beauty Spa. Spa Body Butter, Пассифлора и Папайя. Смотрите, масло для тела из папайи и пассифлоры. 300 грамм. А также еще одно вот такое вот маслице. Масло для тела с лавандой, ванилью и пачули. Девочки, это, знаете, такое как суфле. Крем-суфле, а также три мыльца, также этой же фирмы. Это собой мыло с глицерином для лица и тела. Мыло с облепихой, прямо написано на русском. И еще одно мыльце с гранатом. Вот. И, кстати говоря, девочки, эти мыльца, тут где-то было написано, по 120 грамм. Вот, и тут даже написано увлажняющее мыло с экстрактом граната, мыло, обогащенное минералами
веществами Мертвого моря и глицерином, тщательно очищает кожу, увлажняет ее, придавая блеск и упругость. Мыло с экзотическим ароматом гранатового экстракта способствует тщательной очистке кожи и обогащает ее витаминами. Обогащено экстрактами ромашки и алоэ только для наружного применения. На облепихе практически написано то же самое, только написано король масел. Облепиха произрастает в Гималаях и Сибири и в течение тысячелетий используется в традиционной медицине для лечения проблемной кожи. Высокая концентрация витамина Е, витамина С и экстрактов эфирных масел. А сделать это особенно эффективным для замедления процессов старения кожи и ее сохранения. А также есть экстракты ромашки и алоэ. Ну, на глицериновом мыле хоть видно, что здесь написано. Придает здоровье и бодрость. Так что для желающих, вот можно, в принципе, почитать состав. Очень симпатичные баночки. Ну, давайте посмотрим, или они внутри запаяны. Девочки, баночки внутри не запаяны. У них идет вот такая вот крышка. Запах обалденный. Такое вот ощущение, что прям кушаешь мороженое. Вот такой вот запах. Также вот я мазнула немножечко на руку. Чтобы вы видели, такая вот кремовая суфлейная субстанция такая. Сейчас немножко взяла этого крема, девочки, разнесла, как видите, да, более где. Рука блестит, там вот и находится крем. Девочки, очень приятный, впитывается классно, но тем не менее остается запах на теле. Это все улетает на подарочек, поэтому я надеюсь, что они останутся довольными.